Tora Investments, Storyboard Media, Enlasa Capital Films, и «Калибра 71» представляют фильм Давида Албалы в июле 1988 года, в период диктатуры генерала Аугусто Пиночета, в общественной тюрьме Сантьяго находилось более 2000 узников. Среди 120 политзаключенных были члены Патриотического фронта имени Мануэля Родригеса, которым грозил смертный приговор за вооруженное восстание против военного режима Пиночета. Месяцами они устраивали протесты и голодовки, добиваясь того, чтобы их отсадили от обычных преступников в отдельное крыло, где они собирались осуществить рискованный план побега. Основано на реальных событиях. июля 1988 года. Общественная тюрьма Сантьяго, Чили. На выход, уроды, переезжаем! День первый. Провокаторы хреновы! Вас что, до вечера ждать? Резче, мать вашу! Полковник, вы бы еще завтра сцеловали этим сраным террористам. Что вы несете, Андраде? Их было нужно разделить, Харкера. Разделить. Рассадить по разным тюрьмам по всей стране, как и было до приезда папы. Но их гораздо проще контролировать, когда они все в одном месте. Полковник! Включайте мозги хоть иногда. Пока, мрази! Гниды! Вас там отымеют по полной! Мрази, идите, идите! Шевели ногами! Быстрее! Пусти его. Тоже хочешь? Вставай. Пошел. Пошел. Ты мне лучше не дерзи, Хименес. Одно мое слово, и отправишься в отель. Партизан недоделанный. На коленях у меня будешь ползать. И подружки твои. Доброе утро. Доброе утро, полковник. С этого дня все политзаключенные, в отношении которых ведется разбирательство согласно закону о борьбе с терроризмом, переводятся в блоки 7 и 8. Охрана по местам. Идем на расселение согласно списку. Асеведо Хорхе, Ариас Гиермо, Акоста Матео, Аяла Роберто, Аяго Бенито, Барьентос Себастьян, Барил Матиас, Бароса Фернандо, Бустаманте Иван, Канто Бенхамин, Кармона Артуро, так, Касарес Филиппе, Кастио Николай, Диас Энрике, Домингес Хавьер. Шагаем, шагаем. Не тормозим. Шевелитесь. Флорес Сатурнино, Гарсия Николас, Галиндо Пабло, Гаего Матео. Товарищ Варгас,
Вторую койку я занял для Паредоса. Но милости прошу. Все влезем. Вон она, быстро. Пошли, пошли! Ты в 51-й, расчет был на 50-ю. Теперь мы по диагонали. Легко тебе ворчать, ты на первом этаже. Ты запорол коммуникацию. Что теперь? А что теперь? Начало в лучшем стиле инженера Варгаса. Не будь пессимистом. Справимся. Сколько там учатся на инженера? 5 лет? 7? У нас же не эта камера. Тут сколько? Нас трое. Трое. Массовый побег. День третий. Здорово, усач. Привет, Бенито. Как футбол? Шикарно. Зовут во второй дивизион. Эконом, продукты пришли. Ставьте, я разберу. Пасуй мне, я же открыт. Ты что, Марадонна? Мы команда. Эй, тощий! Ёшкин. Давай, давай, решай. Гол! Бенито чемпион по поеданию макарон. За нами улица Теотинос. Там большая аптека и что-то еще круглосуточное. Слишком много людей. Увидят. А справа что? На западе Монотеги. Там тоже спрятаться особо негде. Нам надо ускориться и найти поддержку снаружи любым способом. Хименес, мы до сих пор не знаем, будет ли партия рыть с той стороны. Спешка не идет на пользу операции. Научился на свои ошибки в Корисале? Считаешь, я был виноват? Не знаю. А знаешь, что о тебе говорят? Что? Почему Пиночет выжил? Это же твой гранатомет заклинило. Не надо. Я его сам, что ли, выбрал? Ты не думал, что проблема была в технике? Не знаю. Я не могу с ним работать. У операции не должно быть двух лидеров. А мы тебя не заставляем участвовать. Ладно. Раз не заставляете, я пошел. Вали, все равно тебя снаружи никто не ждет. Эй, вы! Что за драка? Проблемы? Никаких проблем. Слушайте сюда, оба. Я в тюрьму загреметь не рассчитывал.
Вы, полагаю, тоже? Да, наша борьба выпила много пота и крови. Оттого так важна эта операция. А вы оба обладаете бесценным опытом, и без вас ничего не выйдет. Да и сгнить тут не хочется. Согласны? С северной стороны проспект Бальмаседа. Там пальма, а чуть дальше река Мапоча. Какую длину ты насчитал? Два шага — это 1.5 метра, всего 70. Плюс участок под дорогой. А земли сколько? Если почва песчаная, а туннель 70 на 70, 900 килограммов на метр в кубе, примерно тонн 50-70. И все это мы будем пихать под потолок? У нас места не хватит, Леон. Плевать на метры. Надо узнать, что там с потолком. И придумать, как связать камеры. Посмотрим. Товарищ Варгас, приношу извинения. Я сорвался и наговорил всякой ерунды. Беру свои слова назад. Товарищ Рафаэль, у меня к вам вопрос. Долго вы планируете здесь сидеть? Если б я знал, то уже сказал бы. Впрочем, спрашивать было бы некого. Я к тому и веду. Хотелось бы отсюда выйти, а вам? Всем бы хотелось, товарищ. Достанете поддержку снаружи. А что, у вас есть план? Так, одна идейка. Интересно послушать? Что удумали? Готов на все. Будет план, тогда и поговорим. День 5. Может, тут? Голый кусок стены. Его и не подумает никто проверять. Он не будет бросаться в глаза. Можно вырезать целый блок. Только придется сделать подменный, чтобы вынимать и ставить на место каждый раз, когда лезем в туннель и обратно. Это все усложнит. Постоянно ставить, убирать, ставить, убирать. Так надо. И замазывать, когда уходим. А если с потолком не выгорит? Придумаем что-нибудь другое. Подменный блок должен быть такой же плотности, чтобы выдерживал дубинки и кувалды. Thank you.
Наш блок сюда войдет как влитой. Держи. Товарищ, хочешь сыграть? Я не умею, сотомайор. Ай, да брось, я научу. Это легко. Смотри. Твою ж мать. Так и не заметишь. Только надо цвет подобрать получше. Ровно вдоль ограды. Шоу начинается. Ну что, набунтовались? Там красавчик. Кто? В которого дубинкой тычут. Рожа как рожа. Это Оскар Лира. Погоди, погоди. Откуда он? Чилийский департамент исполнения наказаний радушно приветствует вас. Охрана? Он сын Иухенио Лиры. Не знал, что у него есть сын. Великий боец. Что за Лира? Наш товарищ Патрес Аламос. Смелый, шустрый, отчаянный. Но жизнь ему подгадила. А что с ним стало? Сдали его. Сукины дети. Казнили в застенках НЦИ. А с предателем что? Партия его так и не нашла. Мы с товарищем Серхио Яносом приветствуем вас от лица ОПЗ. То есть, организации политзаключенных тюрьмы Сантьяго. Без особой радости, поскольку это место недостойно таких славных бойцов. Сегодня мы проведем вам экскурсию по территории, расскажем, где, что и как. Товарищ Веласкес врач. Он вас осмотрит, если нужно. Прошу за мной. Видели новое стадо провокаторов? Эти люди до сих пор считают, что правы. В упор не видят, как им заморочили голову дурной идеологией. Как можно так ошибаться? Может, в семье так воспитали? Почему эти люди, у которых, казалось бы, нет ничего общего с обычной преступной швалью, начинают вести себя точно так же? Их в итоге и не отличить. Серьезные вопросы, прокурор. Книгу пишете? Юмористическую? Не умничайте, полковник. Что ей нужно? Говорит, назначено у Харкера. Вам известно, что я Фабиола Писара, адвокат Кадепу. А это отец Жерар Фавет из Викариата Солидарности. К сожалению, отец, часовни в тюрьме нет. Мы приехали узнать о здоровье заключенных. В частности, новоприбывших. И сведения, что они систематически подвергались пыткам. Правовые нормы. А с чего вы взяли, что у нас будет иначе? Начальник тюрьмы. Прокурор Андраде, я требую подписать разрешение на выдачу пропуска. Знаменитая концертная программа сеньоры Писаро.
Шутки здесь неуместны. У меня есть ходатайство о предоставлении защиты Оскару Лири, а также несколько жалоб. Которые мы сложим на пыльную полку. Сеньор Адхок, как бы вам эта полка на голову не упала? Я в любой день могу взять ваших драгоценных провокаторов и отправить на милую беседу с Чарли. Полномочия НЦИ не распространяются на заключенных, которые находятся под стражей Департамента исполнения наказаний, особенно если от их имени ведется судебный спор. Надо же, эта сеньора полагает, будто не мне решать, что я могу, а чего не могу. Так, погоди, погоди. Подходите. Приветствую, товарищи. ОПЗ определила меня к вам. Лира? Да, Оскар. Очень приятно, Луис Фернандес. Взаимно. Добро пожаловать. Привет, товарищ. Николай Кастио. Мы оба участники фронта. Здесь не хоромы, но поместимся. Заметил у вас сигаретные ожоги. Еще травмы есть? Вам нужно к товарищу доктору. Да. День 11. Открыть дверь. Есть, браво! Вас будут судить за причинение вреда национальной безопасности и, вероятно, за нападение на военнослужащего. А если докажут причастность к убийству двух охранников, вам грозит смертная казнь. Нет. Я здесь ни при чем. Абсолютно. А реален вообще... Смертельный исход. Вполне реален. Пиночет дал прокурору Андраде карт-бланш, а для него это дело личное. И как, вы поможете? Или мне готовиться к казни? Подпишите судебную доверенность. Живой? Надо прикрыть эту хрень. Плакатом с голой бабой, чем угодно. Можем заштукатурить. Тут нужны яйца. Варгас, не смешно. Куриные, балбес. Как на мосту у Каликанто. Сделаем раствор из яиц и звездки. А так можно? Да. Архитектора про яйца не знает. Я их ем, черт тебя дери. Это как омлет. Да кончай уже спорить. Ну, вперед за яйцами. Приберись тут, Варгас. Франт, принеси газеты и воду. Товарищ Консина. Товарищ Хименес. Простите за беспокойство. Можете выдать немного яиц? Привет, товарищи. Поможете кое в чем? Конечно. Товарищ,
Приветствую, товарищ певец. Я войду? Поздно вы, товарищ Хименес. Да знаю, меня днем работой завалили, никак не мог вырваться. Прошу прощения. Что нужно? Не дадите что-нибудь почитать? Яйца. Сколько? Много. Рукоблудничаете? На сколько омлетов? Целый лоток? Просто я на свиданиях вообще ни-ни. Что празднуете? Привезли еще политзаключенных, подселили к нам. Тоже кормить надо. Меня позовете? Возьмите один, потом отдайте. А можно несколько? До конца недели. 6, хватит? Ладно. Спасибо, товарищ. Хорошо, берите несколько. Каких-то вы больно одетых взяли, товарищ. Может, лучше вон ту? Или маритету? А с чем омлет? С чем повезет, товарищ? Вот что, Санчес. Я тоже омлета хочу. Я на стрёме. Франт, давай обломки. Товарищи, может, споем? Народу хватит. Инспекция! Обыскиваем камеры сверху донизу. Ищем тщательнее, не стесняемся. Лала играет «Солнце и дождь». Орут и считают себя сопрано. Здесь тоже все обыскать. Отряхнись. Заблудились, Веласкес? В мастерскую пришел. Кто еще там? На выход.
Кто остался? Террорист. Да ладно. Шутить изволите? На выход! Варгас, выходите. Вас до утра ждать? Выходим, я сказал. Идиоты. Браво! Ты закончил или нет? Куда столько одежды? Уходим! Сдвиньтесь. Проверяем все камеры. В темпе, в темпе! День 34. Свободу заключенным бойцам. Спокойно! Не задерживаемся! Проходите, проходите! Спокойно! Не толпимся в дверях! С передачами на правый вход. Проходим, проходим! Быстрее, сеньора! Вот. Как вы, Эмилио? Хорошо. А вы, падре? Закрывайте. Что в коробке? Медоинструменты. Ваше имя? Гастон Веласкес. Дела идут неплохо. Арпиерос довольно хорошо продаются. Вот цифры. Поделитесь с товарищами. И все запишите, хорошо? Спасибо, падре. Я еще принес Леону журнал. Инженерное дело. Вы сами знаете, товарищ Леон у нас одинокий зверь. В дни свиданий вообще не выходит. Не поймите неверно. Но лучше уж сидеть в инвалидном кресле, чем жить, зная, что всю твою семью убили. У каждого своя боль. С горем можно свыкнуться, хотя забыть нельзя. Здесь в такое не особо верит. И не знаю, верит ли он вообще. Субтитры сделал DimaTorzok.
Имя? Паулина Баэса. Паулина Баэса. Сколько передач? Одна. К кому пришли? К Рафаэлю Хименесу. Кому пришли? Стоять. Сумку оставьте здесь. Спиной. Проходим. До сих пор веришь газетам? Здравствуй. Как с тобой обращаются? Чудесно. А где мама? И Фернандо? Не смогли приехать. У мамы полно дел по дому, а Фернандо на работе. Я ее устроил к другу в детский сад. Привет. Привет. Как ты? Нормально. Спасибо. А дети? Вот, смастерил им. Есть разговор. Детям слушать нельзя? Мы будем ругаться, поэтому они сегодня дома. Я принес тебе мединструменты, оставил у администрации. Не знаю, передадут ли. Просто бред, что так сложно достать аптечку первой помощи. Здесь у людей есть ножи, заточки, могут пырнуть в любой момент. Тебя ранили? Нет, пап, я же политзаключенный. Мы сидим отдельно и заботимся друг о друге. Надо же, я думал, здесь все равны. Ты это к чему? Ни к чему. Я отвезу детей в Курико. Лады? Отдыхать? Нет. Жить. Жить? Да. Ты, блин, издеваешься? Нет, не издеваюсь. У меня куча партийной работы и плебисцит на носу. Ты отправишь детей в Курико из-за этого сраного плебисцита? Тише! Я их и так не вижу. У меня столько работы, что на домашние дела просто времени нет. Дети, это не мытье посуды, Паулина. Забавно, что ты осуждаешь мою преданность делу. Видимо, забыл, как для тебя политика была важнее семьи. Память отшибла. Не думал, что принесу тебе стетоскоп в такое место. Я тоже. Спасибо за помощь. А помнишь свой первый стетоскоп? Я тебе вручил его, когда ты поступил в медшколу при католическом институте. Думал, далеко пойдешь. Да, ладно. А потом ты решил изучать медицину на Кубе. И бросил институт. Мне там не было интересно. А на Кубе было? Я сижу в заперти. Всю неделю ждал, когда увижу детей. А они дома. Я их привезу. Плебисцит — это просто работа. И раз у нас вечер воспоминаний, позволь напомнить, что это ты меня бросила. Как я могу одобрять решения, которые завели тебя в тюрьму? Мои решения — это следствие, а причина — твой любимый генерал. Обязательно было в тюрьму попадать? Ты стыдишься меня, да? Не будем ссориться, Патрисио. Я не хотел тебя опозорить, папа. Передай привет маме и Фернанде. День 56. Нет.
Тише, товарищи, сейчас начнется. Чили, радость придет. Добрый вечер. Впервые за 15 лет у несогласных с официальной политикой появится возможность выразить мнение. Брехня это все, товарищи. Мы стремимся к радости. За идиотов нас держат. Ну что, товарищи, вы слышали? Радость не за горами. Подъем, Бустаманте! Будет рассмотрение твоего дела. Боже мой, опять! Вставай, твою мать, кому сказал? Быстро! Что вам нужно? Оставьте его! Пошел, пошел, мразь! Усача забрали, товарищи! Просыпайтесь, просыпайтесь! Усач! Веса не хватает. Пускай застынет. Как вы, товарищ? Меня держали за шею и били по лицу. Что они хотели? Напомните мне, что радость не придет. Тут больно. А тело нигде не болит? Нигде. Точно? Хорошо. У меня есть аспирин. Я принесу. Спасибо, товарищ. Спасибо, доктор. Получше? Да. Бралио идет. Что, к нам? Да, к вам. Задержи его чем-нибудь. Добрый день, сеньоры. Офицер. Заключенный Веласкес здесь? Он в другой мастерской. Ясно. Он лекарство просил? Скажите, пусть поищет меня в управлении. Как увидим, сразу скажем. Хорошо. Ну, тогда я пошел. Не буду мешать. Thank you.
День 67. День 77. Сколько? 1,90 м. Нам нужны еще люди. Выход, провокаторы! Бегом, бегом, бегом! Все на улицу! Шевелись! Выходим, выходим! Вперед! Опять то же самое? Когда вам надоест? Двигай, имбецил! Я всю твою крысиную нору обыщу! На улицу? А с этим что? Счел себя героем? Вы все не более чем грязь под ногами. Знатно тебе промыли мозги. Ты так гордишься быть частью этой дикой мясорубки. Мясорубки, говоришь? Именно. Пустите, уроды! Недолго вам осталось! Скажи спасибо, что отделался отелем. Внутрь! Внутрь его! Заключенный Санчес. Офицер? Что несем? А вы как думаете? 4 молотова и 5 гранат. Открой. Зачем? Я же признался. Открой. Я иду наверх. Открывай давай. Thank you.
Говорил же. Набор террориста. Мечтай. За мной, Санчес. Офицер. За мной. А сумка где? Не подумал, что надо взять. А это ты в чем унесешь? Мне новые нужны. Сказали бы на лестнице. Дело личное. Где Херман? Пёс забрал. Почти попались. Подъем, Лира. Надеюсь, в отеле вам стало понятнее, где вы находитесь и как должны себя вести. Я не говорил Харкера. Но это та еще бестия. Сукин ты сын. Надо же. Далеко упало яблочко. Я думал, вы такой же интеллигент, как ваш отец. Ты ни черта о нем не знаешь, Андраде. Знаю. Что он лежит на дне морском. Держите его! Чтоб тебя! Успокойтесь, Лира. Рискуете попасть в отель на неделю. Или я свожу вас прогуляться. На свидание с папашей. День 83. Здравствуй, сын мой. Только время зря тратите. Я в ваших святых не верю. Божья милость тесно связана с идеей братства и единства разных идеологий. Сдается мне, мы с тобой на одном пути. Правда? И где это написано? В Ватиканской методичке? Нет, в Декларации принципов фронта. До встречи, товарищ Леон. Козявка. А ты откуда? Что не так? Вряд ли это правильно. Заводить ребенка, пока ты здесь. Почему же неправильно? Ты что, не понимаешь, какая обстановка в мире? Понимаю. И мы должны создать собственный мир. Не по отдельности же. Ты в тюрьме, и неизвестно, когда из нее выйдешь. Мама очень горюет. Она разбита.
Я ей обещал, что обо всем позабочусь. Например, о ее безответственном сыне. Я так не считаю. Охотно верю. Тогда почему ты не поддержал наше дело? Почему бросил нас с папой? Ты всегда морщился. Черт, отличное начало разговора, Оскар. То, что вы с папой вступили во фронт, не означало, что и мы тоже должны. Вы выбрали свой путь. Свой путь, говоришь? Ты никогда не уважал то, во что я верю. То, во что верил наш папа. Наше дело. Мне не нужна твоя забота. Меня сюда привели мои принципы, а ты, конформист, гуляй дальше. Давай, Франт! Потуже натяни. Все? $3.97, Франт. Я не знаю, на что мы надеемся. Объявлены предварительные итоги плебисцита. Вариант «да» набрал 51,30%. Вариант «нет» — 46,51%. Все подтасовано, товарищи! В жопу этих фашистов! А то вы не знали, что так будет. Все ясно, товарищи. Мы тут просто сгнием. Пиночет не уйдет. Франт, канистра? Сейчас. В эфире новости товарищества. С нами Анна Лаура Катальдо. На часах 2:02, и нам поступила информация из дворца Ла Монеда. Генерал Фернандо Матеи признал победу варианта «нет». Заявление было сделано генералом Матеи. Глава полиции также выступил. Рафаэль, Патрисио, выбрали «нет». Рафа? Ты слышал? Что? Выбрали «нет». Чего? Выбрали «нет». Вылезай! Придется ускориться. Надо выбраться до того, как Пиночет уйдет. День 86.
А землю куда? Под потолок. Под потолок. Не сложно? Надо скрючиться немного. Ну да, конечно. Скрючиться немного. Мы выбрали вас из сотни с лишним политзаключенных, потому что знаем, что каждый из вас будет полезен этой операции. Но прежде всего, потому что полностью вам доверяем. Учтите, что обратного пути нет. Гарантий успеха тоже никаких. Каждый день мы все будем работать в 4 смены по 2 часа. Копать туннели, складывать землю под потолком. За день мы должны перетаскивать по 100 килограммов земли. Тщательно мойтесь, чтобы на вас не оставалась пыль. Даже если вы ее не видите, остальные могут заметить. Поскольку наша группа стала больше, безопаснее будет соединить камеры между собой. Любая неосторожность ставит план под угрозу. Вам известны просчеты предыдущих операций. Из-за них мы сюда и попали. Мы учимся общаться знаками, взглядами, жестами. И вместе с тем помнить, что за нами неусыпно следят. Выучите график дежурства и обходов каждого жандарма. Вы знаете правила, когда мы слишком уверены в себе, тогда и ошибиться проще всего. Действует режим максимальной секретности. Его нарушение грозит провалом. Если вы хотите призвать новобранцев, составьте список имен, мы его просмотрим. Вернемся к нашей беседе. Меня снаружи тоже ждут, товарищ. Вряд ли после побега вы сможете спокойно гулять с семьей в парке. А зачем оставаться в Чили? Как тебе Усач? Он все-таки главный по мастерским. И что? Не знаю. Сумки, в которых мы носим землю, не пройдут в туннель между камерами. Надо сделать мешки из прочного материала, который выдержит постоянное трение при перемещении. Днем под потолком градусов 50. Но только тогда мы и можем работать, поскольку через цинковые пластины проходит свет. Постарайтесь молчать, поскольку акустика там, как в резонаторном ящике. Ночью наверху работать нельзя. Крысы. Да не, брат, это голуби. Гнездятся под потолком. Смены будут отнимать у вас много сил. Однако не пренебрегайте повседневными делами. Ведите себя как обычно, даже если устали. Ешьте досыта, иначе заметно похудеете. Если хотите дожить до операции, берегите здоровье. Либо вы относитесь к этому серьезно, либо уходите сейчас, чтобы не навредить остальным. Не меняйте свой привычный распорядок дня. Никто не должен заметить, что вы пропали куда-то на пару часов. Не опаздывайте на встречи и занятия в мастерской. Доброе утро. Скорее вечер. Как и в прошлых операциях, полагаемся только на себя. Пусть эта тюрьма станет просто остановкой, а не последним пристанищем. Свали отсюда. Спокойно, Хименес. Я хочу с вами. Что с нами?
Я тоже умею копать. Ты что несешь? Я все знаю. На ногти свои посмотри. Берете? Держи. В эфире новости товарищества. Из области Маули нам сообщают, что произошло нападение на полицейский участок Лос-Кеньеса. День 149. Расположенный неподалеку от Курико. Считается, что за этим стоит фронт Мануэля Родригеса. Да чтоб их! В результате погиб один из полицейских, дежуривших в участке. Самому участку также был нанесен серьезный вред. По нашим сведениям, нападавшие подожгли здание. Что им сделала полиция Лос-Кеньеса? И зачем действовать вот так? Безответственно, неразумно. Такое только настроит народ против нас. Надо прикинуть, чем это может нам грозить. Хуже всего то, что это ослабит нашу поддержку снаружи. А без нее мы не справимся. Может, Паулина договорится с какими-нибудь надежными товарищами, которые в нас верят. Он дело говорит. Попроси о свидании. Никто ничего не заподозрит. День 182. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Альфонсита! С днем рождения тебя! Мне такое и в голову не приходило. Вы хотите бежать? Нам нужна поддержка снаружи. Нужны помощники, безопасное укрытие, надежный адвокат. Ты можешь склонить руководство партии на нашу сторону. Это очень рискованно, Рафаэль. Ты не думал, что будет, если вас поймают? Эти разбойники-провокаторы убили полицейского. Понимаете? Сейчас спецслужбы ведут бои с лидерами нападения в Кеннисе. Уже ликвидировали некого Пиегрина и еще одного, Магни. Там идет война, а объявили ее такие же террористы, как и те, что сидят у нас. Нельзя допустить, чтобы они и здесь устроили бунт. Это ясно? Да, полковник. День 205.
Открыть решетку. Действуйте, сержант. Есть, полковник. Будет обыск. Франт и Янос. Все во двор, выродки! Николай, Лало, вылезайте! Лало! Лало! Надо вылезать! Разойтись! Темпе! Делала. Ему еще долго. Как только Лала вылезет, закройте и замажете. Зачем вы опять нас мучаете? Дайте поработать спокойно. Слушай, урод, в том, что ты калека, виноват ты сам. Нечего было полицейских убивать. Вся разница между тобой и твоими братьями-коммунистами в том, что тебя справедливость настигла еще до суда. Либо катишься во двор, либо я тебя выдерну из этой коляски и ползи как хочешь. Во двор, мать твою! Все во двор, я сказал! Бегом во двор, мрази! Вызывайте подмогу. В 8-м блоке бунт. Пришлите подкрепление. Прием. Собак выпускаешь, Сыкло. Весь их фронт просто кучка отморозков с оружием. Язва на теле общества. Ты боишься, Кесада? Chile, tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Подождите. Que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor.
Подъем, Хименес. Ты устроил этот бордель? Если бы я устраивал бордель, я бы мамашу твою позвал. Такой смелый, дерзкий бунтарь. Что, смастерил себе пистолетик? Или гранату в заднице прячешь? Ты остался один, товарищ. Методы у нас жесткие, не отрицаю. Вот скажи мне, Хименес. Когда все, что у тебя было, ты променял на свою дешевую идеологию? Когда пожертвовал браком, детьми, друзьями? Ты представлял, что кончишь вот так? А ты представлял, что венцом твоей лизоблюдской карьеры станет почетное общение с такими, как я? Все шутишь, Хименес. Мы не будем поддерживать операцию, которая грозит окончиться катастрофой и о последствиях которой мы еще пожалеем. В этот раз все иначе. Никто не умрет. Они просто хотят незаметно сбежать. Мимо жандармов, армии и полицейских? Да уж, наверняка никакого конфликта не случится. Сама подумай, Паулина. Победил вариант «нет». И скоро состоятся выборы. Впервые за 19 лет у страны, наконец, есть возможность вернуть демократию. Ты сам-то в это веришь? В таких обстоятельствах мы не можем поддерживать побег из тюрьмы. Это же абсурд! Побег при диктатуре не абсурд. Наши товарищи доказали свою преданность делу. Если их поймают, нам конец. Нашу партию не взяли в концертасьон. Формально не взяли. Однако у нас есть историческое право участвовать в восстановлении демократии. Я не могу решать такое в одиночку. Мне нужно навести справки. Наводи сколько хочешь. Получишь свой кусок пирога, сообщи. С удовольствием воткну в него вилку. Я знаю, что вел себя безответственно. Что всю жизнь отдал партии, что оставил тебя. Что не защитил вас с детьми. Но чтобы наши жертвы не оказались напрасны, сейчас нужно пойти на риск. Apaga tu fuego, que todo tu cuerpo se ría sin sosiego. Mira al infinito, siente sus latidos, golpeando el piso, que este piso es digno. Rompe tus cadenas, taladra ladrillos, abre cada muro, abraza el sentido. Expande tu llanto por cada fugado, sopla el aire puro en tiempos liberados. Pierde gravedad, flota en delirio, huye sin destino por cada detenido. Despierta la memoria que pensaba muerta. Nadie está olvidado, la justicia está cerca, la historia nos pesa y la historia.
victoria es esta, esta, donde la libertad te espera. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad de su nombre. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad de su nombre. Vendrán los ojos instalando rabia. En nombre de Dios he estado en cierta democracia. Mataron mi nombre, me pusieron falda. Soltaron la flecha, clavaron la espada. Me quitaron las alas una noche de invierno. Mientras el mundo buscaba cada uno de mis huesos alguna respuesta. Mientras la vergüenza de rodillas instalaba en los bordes de su mesa. Pues se me cruzaron, me crucificaron. Pusieron una balanza en la izquierda de mi mano. Apelé por mi vida, gritando cada herida. Una paloma gris que buscaba justicia. Escucha la brisa, la vida que suspira. Soplo de humanidad, un canto de vida. Me llaman una desaparecida. Existo mientras nadie me olvida. La libertad ahora se aproxima. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad de su nombre. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad de su nombre. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad de su nombre. Кто-то дерьмом запахло. Привет. Здравствуй. Суд подтвердил, что тебе грозит смертная казнь. Процесс долгий, но идем к успеху. Вы не оставите нас с подзащитным? На, Хименес. Твой любимый Фидель делает. Извините. Не бойся, еще есть время подать апелляцию. Я боюсь только, что не успею закончить начатое. Подсудимый Рафаэль Хименес. Я говорила с Паулиной. Спасибо. Спасибо огромное. Я собрала вас, потому что нашим товарищам нужна помощь с операцией. Некоторым из них грозит смертная казнь. Можешь на меня рассчитывать. Я знаю многих, кто, как мне кажется, готов пойти на подобный риск. Лена, сделаю все, что нужно. Я за мальчиков горой. Под угрозой их физическая и душевная неприкосновенность. Однако мое условие – никакого оружия.
День 392. Привет. Сколько? Хавьер, почти 10 метров. Хавьер! Хавьер! Франт! Франт! Хавьер! Не движется! Хавьер! 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 У Хавьера началась гипоксия. Он в порядке, восстанавливается. Но, судя по всему, в конце туннеля не хватает воздуха. Мы рискуем там задохнуться. Я знаю, что делать. Правда, материалов нет. Придется достать снаружи. Но с передачей такое не пропустят. Сеньор Хименес, давайте обсудим ваше дело. Как ты, Рафаэль? Курить охота. Как дела? Ищи в полиэтилене. Много осталось. Товарищ Салгадо, есть просьба. Мне мотор нужен. Мотор? Какой мотор? Вот этот, которым вы изделия полируете. Нет, не дам. Мы им постоянно пользуемся. Видите, сколько всего надо отполировать? Скажите, что сломался, и попросите новый. Идет? Товарищ Хименес, по-вашему, жандармы идиоты? Они вряд ли в такое поверят. Этот мотор... Вас отсюда выпустят, товарищ. Выпустит отсюда? На свободу. Да вы с ума сошли. День 413. У нас есть воздух, товарищи. Нескольких заключенных ждет смертная казнь. Трибунал их уже приговорил, и окончательное решение Верховного суда не за горами. Поскольку в Чили нет тюрем особо строгого режима, остается рассадить их по разным тюрьмам подальше друг от друга. Срок – конец этого года или начало следующего.
Товарищ Сальвадор. Присутствует. Командир Тамара. Присутствует. Товарищ Мигель. Присутствует. Товарищи, оживите гирлянду. Будет сделано. Верховный суд рассмотрит 9 смертных приговоров. Подсудимые обвиняются в нападении на генерала Пиночета. Все этапы нападения разбираются отдельно, как в случае с делом Рафаэля Хименеса, Хермана Санчеза и Патрисио Веласкеса. Я отсюда не выйду. Я работаю над вашим заданием. Ты же вроде говорил, что фронт тебе доверяет и будет делиться важными сведениями. Это нелегко. А кому сейчас легко? Может, Нури, твоей жене, твоей подруге, твоей шлюхе? Легко ей на 7-м месяце беременности водить в школу 5-летнего ребенка, а потом трудиться портнихой в доме твоей тети Маритты по адресу Эль-Манио 4971, район Ла-Флорида. Будь пообщительнее, или все узнают о нашем союзе. День 524. В условиях смены правительства, как закреплено в политической конституции республики, я хотел бы лично посетить каждый регион, чтобы зафиксировать... Товарищ Усач, у меня к вам есть разговор. Слушаю, товарищ. Суть в том, что мы... Сигаретку? Был удостоен чести возглавить вооруженные силы и органы правопорядка. Неплохие сигареты. Где достали? Это кубинские. Товарищ присылает. Повезло с товарищем.
Ты... Есть хорошая новость и плохая. Соедините их в одну молитву, отец. Ну что ж, в общем, краску мы заметили. Но не там, где ожидали. Не хватает метров 12. 12? Я могу еще чем-то помочь? Не хочешь исповедаться? Я же сказал, что не верю в ваших святых. И уж тем более в милосердного Господа. Если он существует, то как-то хреново справляется. Я понимаю твои чувства. Знаю твою историю. Но молитва всегда доброе утешение. Господь слушает каждого, в ком есть вера. Только не надо про веру. Вы понятия не имеете, что такое потерять жену и дочь. И не просите найти утешение в молитве, не получится. В чем я точно уверен, я больше не увижу их лиц. Не услышу их голосов. Осталась одна фотография. Но она хотя бы реальна. А у вас есть фотка начальника? Сколько людей хочет бежать? Всего на 120. Слишком много. Вам придется выбирать. День 559. Землетрясение, что ли? У стены не стойте! Выходите! Все во двор, быстро! А вы что так долго? Товарищ Янос подвернул ногу, мы ему помогали. Как можно быть таким идиотом, Янос? Скажите офицеру Медине, пусть запишет в лазарет. Идите. Справишься? Да. Партизаны! Землетрясение окончено!
Проведем перекличку. Копателям очень повезло. Случился небольшой оползень. Но еще одной такой встряски туннель не выдержит. Обвалится в любой момент. Теперь здания будут проверять. Они найдут туннель. Или нас отправят в другую тюрьму. Возможно. Товарищи, времени нет. Надо бежать. Понятно, что выберутся не все. И я не прошу тебя забрать всех. Но мне кажется, стоит взять с собой как можно больше. Ты пошел бы с нами? Если б мог. Это было бы... настоящее приключение. Но ему не облегчить мои ноши. Я с ней живу. А ты? Снаружи ты будешь чувствовать себя свободным? Я не знаю. Но снаружи будет проще передвигаться, искать, спрашивать. Там у меня будет возможность найти тех, кто убил мою семью. Как только выберешься, беги за ними со всех ног. Беги. Но еще беги ради меня. Ради наших товарищей и их близких. Тех, кто бегать уже не может. Обещаю. Пусть наших любимых уже и не вернуть. Пат. Thank you.
29 января 1990 года. День 567. У тебя обход. Товарищ, вы мешаете. Можно? Спасибо. Следующий. Солонца. Внимание, готовится вторая группа. Товарищ, вы Рафаэля не видели? Рафаэля не видели? Нет. Что с лицом, усач? Куда спешишь? Хименеса видел? А зачем он тебе? Поговорить хочу. Поговори со мной. Давай поговорим. Тебе что, заняться нечем? Зачем ты продался? Леон, почему не движемся?
Ты многого не знаешь, Эмилио. Так расскажи мне. Некогда. Расскажи, мы ведь друзья, мы товарищи. Некогда мне. Отвали! Где Хименес? Отвечай, ты его видел? Спокойно, усач. Эти гады сбежали? Спокойно. Идем. Господи, моя семья. Лезь давай. Уходим. Моя семья. Куда собрался, крыса? Сдать нас хочешь? Лезь в дыру. Я не крыса! Мы рыли 2 года не для того, чтобы ты пришел и все угробил. Вылезайте, вылезайте! Есть автобус. Он будет ждать в назначенном месте. На все про все 5 минут. Тише, тише. Если кто-то задержится, уезжаем без них. Понятно? Да, да. Ключи и направь туда. Бьем тревогу. Надо уходить. Хорошо.
Сюда! Быстрей, быстрей! Давайте, бегом! Где Оскар? Не знаю, он не вылез. Я иду за ним. Я за ним. Херман! Херман! Заходим. Быстро! Молодцы, молодцы. Пошли, пошли. Куда Херман делся? Надо подождать. Ждем! Что такое? 3 минуты, Рафаэль. 3 минуты и едем. Сеньоры, фильм окончен. Расходимся по камерам. Вперед! Товарищ Муньес. Медведь. Медведь, послушай, не трать на меня время. Есть шанс убежать отсюда. Скажи остальным, в камере Хименеса проход. Давай, медведь, очнись. Иди. Иди. И вы за ним. Идите, бегом, бегом. Бегом. Почему мы стоим? Вызывай подкрепление, срочно! Быстрее! Все, нет времени. Едем. Ладно. Давай. Стойте, стойте! Вон он! Двигаться, ублюдки! Не двигаться! На пол, мать вашу! Вывести всех во двор! Кто в дыре остался, вытащить! Все во двор! Шевелим ногами! Пошли вон отсюда! Вон! Марш, сукины дети!
Полиция перекроет движение в сторону столицы с 17 до 23 часов. Транспортные средства, направляющиеся в Вальпараисо и Винья-дель-Мар, должны двигаться по трассе Синко-Сур через Ла-Калера. Рауль Антонио Бланчет Брисеньо. Прием! Да, генерал. Назовите себя. Полковник Харкера, генерал. Где вы? Иду в сторону камер, сеньор. Держите в курсе. Так точно. Конец связи. Полковник, из 120 политзаключенных 49 сбежали. Слушаю. Первая группа. Готовьтесь. Внимание, вторая группа. Третья группа. Готовьтесь. Четвертая группа.
29 января 1990 года в ходе операции «Успех» из тюрьмы Сантьяго сбежали 49 политических заключенных. Некоторые из них перебрались за границу, где и остались. Другие были помилованы президентом Патрисио Эйлвином при первом демократическом правительстве, пришедшем на смену 17-летней диктатуре Аугусто Пиночета. Это был самый массовый побег заключенных в истории Чили. Режиссер Давид Албала. Sin sosiego, mira al infinito, siente sus latidos, golpeando el piso, que este piso es digno, rompe tus cadenas, taladra ladrillos, abre cada muro, abraza el sentido, expande tu llanto, por cada fugado, sopla el aire puro, en tiempos liberados, pierde gravedad, flota en delirio, huye sin destino, por cada detenido, despierta la memoria, que pensaba muerta, nadie está olvidado. Justicia está cerca, la historia nos pesa, y la historia es esta, esta, donde la libertad te espera. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad de su nombre. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad de su nombre. Véndale los ojos, instalando rabia. En nombre de Dios, Estado y cierta democracia. Mataron mi nombre, me pusieron falda. Soltaron la flecha, clavaron la espada. Me quitaron las alas, una noche de invierno. Mientras el mundo buscaba cada uno de mis huesos alguna respuesta. La vergüenza de rodillas se instalaba en los bordes de su mesa. Pues se me juzgaron, me crucificaron. Pusieron una balanza en la izquierda de mi mano. Apelé por mi vida, gritando cada herida de una paloma gris que buscaba justicia. Y escucho la brisa, la vida que sonría. Soplo de humanidad, un canto de vida. Me llaman desaparecida, existo mientras nadie me olvida. La libertad de ahora se aproxima. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad de su nombre. Dime dónde. Посвящается нашему другу Раулю Бланчету. Dime por qué no responde, dime por qué se fue. Переведено и озвучено на студии Велес в 2021 году. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad.